До скорого. Может быть, может быть. Тянул до верхнего лимита, не показывал. 38 лет, но скорость... Бросовых ударов. Помните, покоил в лучшие годы? Он работал очень точно. Я имею в виду частоту. Ударов действительно было большим. Но ох, как справа. Бросает левый прямой в Туласа, который встречался с Пакетом. Немножко дерганно действовал. И пока он в корпус, так, 40 мира. Ой, действует. Да, но очень не парировался. Он сказал, что когда дерешься с осьминогом, потому что руки... В 2013 году и после нокаута от Маркеса, год пауза была, здорово Пакьяо. И, конечно, вернулся он осторожнее. Только минут не мог прийти в себя. Тогда... Опа! Левый прямой. Левый прямой. Говорил, главная проблема – это скорость. И Джесси Варгас. Еще один тяжелый ударом он и Флойда Мейвезера и заставил его отступить к канатам и закрыть Варгасу о том, что... Опа! Взрывается Пакьяо. Хоть что у Джесси Варгаса хоть и невысокий процент, но удар у него достаточно жесткий. И опять жестко. Да, Варгас не может пока справиться со скоростью. Он не успевает реагировать. Иногда уже начинает действовать размашисто. Там хоть как-нибудь довыбросить. Глаза, это улыбка, говорит о том, что... Перед ним... Точнее, снова... И снова... Не стоит уж сильно заигрываться. Основательные выводы из всех. Да и до этого показал, что Пакьяо в очень хорошей форме. Нравится крайне сложно. В предыдущем раунде нельзя сказать, что Пакьяо уж намного больше ударов отдать филиппинцу. Туда, куда нужно, там, где находится голова Вар. Как второй номер. Да, влетел издали. И... чем тут же Варгас. Вот, контратака у Пакьяо, которого право опускается после его атак. Он не держит Пакьяо, но все-таки у него удары по... Особенно левую руку надо... И сынок. Очень хорошо. Пытается раздергать Варгаса. Под тулы. Пакьяо осторожнее этот раунд дал установку. Я понял, что те два эпизода, они были очень неприятны. Варгас джентльмен. Не будет атаковать. Частью тактики, не самый чистый и не самый честный. Пакьяо успевает среагировать. Снова Пакьяо начинает переигрывать соперника почти в каждом эпизоде. Играть Варгаса, но вот... Один из ударов иногда попадает. Удары Пакьяо держит, и они его читание факторов. В четвертом. Слева в равном количестве ударов все-таки те, что точные, зода у Пакьяо гораздо выше. И она ценится лучше, она смотрится лучше. Девятикратный чемпион. Удары по туловищу. Ну, правильный совет про такого, чтобы сильность именно ударами по туловищу. Ну, в принципе, это... Ну, это да, это должно работать. Лишить лучше мобильности Пакьяо, это момент. Ну, посмотрите. Снова Варгас начинает проигрывать в эпизодах. Но постоянно вот эти скоростные пересмы Мейвезера контратаковать Флойда. Это о многом говорит. Дал понять, он не даст Филипп. Можно и пропустить. Еще не факт, что успеешь. В общем, не грязно. 60. Небольшое преимущество паса. Раздергать Варгаса, раскрыть его. Сильнее. Объясни. И ответ. Потряс Варгас, Мэнни Пакьяо. Хотя пропустил первым. Вот тот же сумел и снова попал. Перевернул ход этого раунда. Но Пакьяо пытается... Слева одного раунда. Качели это качели, да, но... Очень может быть. Но... Не стоит забывать, что мы благодаря вот тому, что Варгас большой. 47 Пакьяо, но по точным ударам. Процентов соотношения. Ох, как справа Пакьяо попал очень хорошо. Варгас немножечко потерялся после этого удара. Но он старается. Бой Варгаса против Тимоти Брэдли, как в последнем раунде, едва не вырвал.
когда эти удары так, в прямом эфире открыл для себя, что Пакьяо действительно умеет. Вроде бы простенько держит руки, но попасть не... Да, не просто Джесси Вард, не просто. На наш взгляд, наверное... И вряд ли. И не будем забывать, что еще на стороне Пакьяо было, был нокдаун. Да. Опять задергал. Ответил здорово Пакьяо. И снова боковца. В скорости, в ручной скорости. Ну, когда он начинает идти легенды. Против легенды, да. Пиона. Хорошо, Варгас, но тут же Пакьяо. Пропустил тут же бока. Держается до самых последних секунд боя. Эти смещения постоянные, да? Да, с лицом в пол пытается выбросить удар. Куда-то туда, говоря. У меня нет сомнений, что Пакьяо имеет солидное преимущество. И даже если он уступит эти два раунда, уступать эти два раунда, и очень здорово начинает 117 подросло, на 90. Да, и больше ударов стало. И, кажется, устал больше в истории бокса. Смотрите, как... спортивной карьеры, то он исключается из этого рейтинга. Поэтому он был исключен. Так, левый боковой Варгас наносится. Вот, пожалуйста. Среди этих 16 тысяч есть один очень-очень важный зритель. Зовут его Флойд Мэй. Очень высокие шансы, что увидит этот бой. А я не в исполнении Пакьяо. Вот так вот вместе они прошли большой путь до вершин мирового бокса. Стер раунд. Почти 38-летний Мэнни Паркс. Джесси Варгас хороший бой, волевой. Он обладает мастерством, позицию. Позиция, это совершенно другой уровень. Раз Пакьяо проводит 12 раундов. Посмотрите, 12 раунд. Просто издевает. Джесси Варгас сейчас такой. Чуть больше минуты острело. Да не так уж жестко. Джесси Варгас. Ему нужен только нокаут. Он там далек. Опять же, в конце боя именно Джесси Варгас оказался на коленях. Друзья, мы видели с вами... Dave Moretti scores at 114-113. 114-113. Glenn Tobin scores it. 118-109. 119-118. Glenn Feldman has it 118-109. All three scores to the winner by unanimous decision. And new champion of the world. Мэнни Пакьяо становится десятикратным чемпионом мира. Все еще в восьми весовых категориях. Ну, один судья чуть не испортил свою визию. Да, получается, если бы не нокдаун, у того судьи была бы ничья.